Британская компания Rolls-Royce, поставляющая двигатели для таких самолетов, как Boeing 787 и Airbus A350, объявила о рекордных потерях в первом полугодии нынешнего года – более 7 миллиардов долларов. Учитывая масштабные убытки, компания начала крупную реструктуризацию. Так, Rolls-Royce уже подтвердила закрытие двух заводов в английских графствах. Всего же технологический гигант планирует сократить по меньшей мере 9 тысяч рабочих мест. По всему миру и экономить ежегодно 1,6 миллиардов фунтов стерлингов.